Повреждение кабельной линии Синоп на 7-м фидере произошло 19 января. В результате аварии без электричества остались частично жители западной части столицы и центральной, до улицы Воронова. Специалисты СОЭС искали участок аварии больше 2 суток. И лишь вечером 21 января сумели найти один поврежденный участок. Основной причиной аварии энергетики называют высокие нагрузки. Трудности какие? Дело в том, что очень сложное повреждение. И причем оно не одно повреждение, это вот одно место повреждения сейчас ищет, второе место повреждения, лаборатория работает сейчас. Трудности в чем? Погодные условия и перегрузы, очень большие нагрузки. И все это кабели не выдерживают. Пока ведутся работы по ликвидации аварии на линии Синоп, чтобы вовсе не оставили жителей без электричества, СОЭС организовал перераспределение энергетических мощностей. Однако и этого не хватает. Поэтому в части города, относящиеся к аварийному участку, подают электричество поочередно. По возможности, по вот, резервным фидерам, по водам, по резервным, как-то выходили из положения, чтобы как-то подать населению напряжение. Где-то приходилось и ограничения какие-то вводить. Подключают других, этих отключают, и, ну, получается типоверная система. Пока неизвестно, потому что второе повреждение еще не найдено. Вон пока лаборатория в поисках, они ищут. В столице около 800 тысяч метров кабеля расположено под землей. В зимнее время, когда особенно высоки нагрузки, аварии на кабелях – нередкое явление. И найти место повреждения всегда сложно. Так, специалисты СОЭС еще продолжают работу по выявлению кабельного повреждения на линии Синоп на другом участке. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.